Музыка, которая объединяет. Уже в 11-й раз в Щелковском районе состоялся открытый межрегиональный фестиваль «Дружба-дирижер». В этом году он собрал 35 лучших хоровых коллективов из разных городов России, в том числе Орла, Владимира, Глазова, Республика Удмуртия, Североуральска, Барыша, Ульяновской области и других. Впервые гостями фестиваля стали участники из Гродневского района Республики Беларусь, побратимы нашего района. Вы все вместе составляете единый творческий союз. Тот союз, который позволяет развиваться детскому вокально-хоровому творчеству. На протяжении многих лет фестиваль рос в своем статусе. Фестиваль приумножал количество участников. Безусловно, были непростые времена. Фестиваль как будто бы замолкал, но фестиваль жив. И сегодня мы на этой сцене видим вот этих замечательных детей. Фестиваль призван сохранить и развить певческие традиции отечественной хоровой культуры, расширить контакты между хорами, совершенствовать мастерство и поддержать интерес к пению. Любой вид искусства развивает человека. Дети, поющие в хоре, в первую очередь участники творческого процесса. Это и духовное, и эстетическое, и патриотическое воспитание. В этом году фестиваль посвящен 20-летию концертного хора «Славия» Щелковской детской музыкальной школы, инициатора и родоначальника фестиваля. Недетскими голосами поют еще молодые мальчики и девочки. Ряды искусства не покидают выпускники, посвящая пению и дальнейшие годы. Хоровое образование – это не только постановка голоса, это поиск новых красок, новых оттенков чувств. Это школа жизни, ведь дети поют вместе. В Щелковской детской музыкальной школе занимаются хоровым искусством и младшие, и средние, и старшие учащиеся. «Славия» – коллектив профессионалов, созданный из лучших и упорно трудящихся учеников школы. Это участники и лауреаты больших хоровых фестивалей, как в России, так и за рубежом. В прошлом году этот коллектив стал лауреатом бронзовой медали детско-юношеского хорового чемпионата мира. Созданная в 1998 году коллективом энтузиастов среди учителей и учащихся, она и по сей день славится своим мастерством. Когда наши дети поняли, что, оказывается, не только они занимаются хором на уроках, но, оказывается, это все ребята по всем государствам также любят хоровое пение, у них пошла такая мотивация, что надо было уже создавать не просто хор инструментальных отделений, а именно хоровое большое отделение, где бы профессионально занимались больше дети, конечно, хоровым пением и вокальным, сольным исполнительством. Для детей участие в таких хоровых коллективах – это не уроки в отведенные часы, это огромный труд, это дружба, это путешествие. В традиции многие годы входит вести такие интернациональные поездки по обмену, проживая и принимая у себя в гостях все новых друзей. Здесь, в Щелково, фестиваль дружбы собрал всех неравнодушных к многоголосному пению, к искусству. Здесь содрогаются стены и раскрываются сердца. Марина Позднякова, Михаил Черепанов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».